Добрый день. Да-да-да, это Алексей связывался вчера по поводу закрытия счета. Да. А как понять закрытие счета? Да, мы с вами связывались касательно закрытия аккаунта и вывода финансов. Компания Баффин. Вы сейчас свободны, освободились уже? Ну, да, но вы уже звонили. Да, у вас выход в интернет есть сейчас? Подождите. Ровно 6 мне звонили из вашей фирмы и сказали, и мы вот закрывали все. Мне деньги перевели. Мы в банк зашли в кабинет. Там мне сказали, что делать. Я там подтвердил операцию. И мне перевели там... Что? Я плохо слышно вас. Еще раз. Вы же звонили уже. Сегодня. Я сегодня вас не набирал. Ну, коллега из вашей фирмы звонили. Закрывали. Ну, и что говорили вам? Ну, сказали, надо закрыть счет, но мы закрыли. Закрыли уже? Да, они сказали, вот я планшет взял, подсоединился, какую-то программу сказали скачать. Я скачал, дали там какой-то код, я им дал свой код, и все. И потом я попросился в банк, в кабинет свой, и все. Перевели деньги, сказали, что деньги будут у меня через сутки, там, или через две, или если что-то, они позвонят опять, спросят про деньги. А это не вы были? Я вас услышал. А вы через какую программу устанавливали, да? Да, я не помню. Я ее удалил, потому что что-то планшет начал очень тормозить. Как называется программа, скажите мне? Я не знаю, там название, не помню. А не Desk или Support? Ну, на что устанавливали? Support? Ну да. Вы на телефон устанавливали? Нет, на планшет. На планшет? Да. Я понял вас. Смотрите, возможно, вы связались с брокерской компанией. Ну так все, уже закрыл счет. Я вас услышал. Хорошо тогда. Или нет, не закрыли счет. Всего вам доброго. Пока. Да.